Пожарные тушат автомобиль во дворе дома номер 20 на Восточном шоссе. О том, что Toyota Prius загорелась, автовладелец узнал благодаря брелку автосигнализации. Устройство выдало нетипичную трель. Выглянув в окно, хозяин увидел пламя на капоте своей машины. Набрав ведро, он бросился к двери, но до улицы с ним не добежал. На лестничной клетке у квартиры потерпевшего обнаружился еще один очаг. Там был подожжен мусор, который суеверный житель пятиэтажки имеет обыкновение оставлять в подъезде до утра, чтобы не выносить в темное время суток дурно пахнущие отходы. Вылив на пакеты ведро, с новой порцией воды автолюбитель побежал к машине. До приезда пожарных он успел трижды сбегать за водой на пятый этаж. Принес и флягу, но опорожнить ее не успел. Прибыли спасатели. Двигатель и капот иномарки пришли в негодность. Владелец собирался на днях выставить эту машину на продажу, чтобы купить другой автомобиль подороже. Теперь запланированная доплата уйдет на приведение в порядок того, что осталось от «Приуса». Хозяин считает, что повозиться с восстановлением «Тойоты» стоит, даже в случае, если двигатель машины придется менять на новый. На улице Краснореченской в районе остановки Сурикова иномарка сбила пешехода. Женщину, попавшую под автомобиль, доставили во вторую краевую больницу. Из приемного покоя пострадавшая пыталась сбежать и при этом получила новую травму – перелом лодыжки. Ногу женщина сломала, когда перелезала через больничный забор. О том, что после дорожного происшествия нога была еще цела, засвидетельствовали врачи скорой помощи, которые доставляли пешехода в стационар. Они отметили, что на дороге пострадавшая получила лишь незначительные травмы – ушибы и ссадины. Toyota ехала по Краснореченской в сторону Южного микрорайона. Пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. Она шла. Если честно, не могу точно сказать. Может быть, даже бежала. Я видел в последний момент. Перед собой, да, уже? Так как машины едут, встречные как бы слепят, особо не разглядишь, что творится с этой стороны. Упав на капот, женщина своим телом разбила стекло иномарки, а затем перекатилась через крышу седана. Первую попытку сбежать она совершила сразу после наезда, но ее удержали автолюбители. После перелома под больничным забором пыл беглянки поутих. До утра ее оставили в стационаре.